Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Федеральной службы безопасности России. В эпоху существования СССР он был известен как День чекиста. Дата выбрана не случайно. 20 декабря, 7 декабря по старому стилю 1917 года, день образования Всероссийской чрезвычайной комиссии, первым председателем которой стал Феликс Дзержинский. ВЧК сменила несколько названий: НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ и, наконец, ФСБ. День работника органов безопасности отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Деятельность Саратовского управления в этом году отмечена десятками громких задержаний. В частности, были задержаны легенда областной прокуратуры Владимир Чечин, лжесотрудник ФСБ Константин Черкашин, заместитель прокурора Ершовского района Дмитрий Волков, старший помощник прокурора Энгельса Антон Юров, чиновница из Петровска Лариса Горбунова, депутат Андрей Лысов. Саратовское управление ФСБ России с 10 февраля 2016 года возглавляет генерал-майор Игорь Завозяев.